У ФСБ России по Тверской области при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность лаборатории по производству синтетических наркотических средств в целях сбыта на территории Верхневолжья и Московской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий в Конаковском районе задержано двое жителей Тверской области 65 и 69 годов рождения. Из незаконного оборота изъято около 1 килограмма наркотического средства, производного от мефедрона. Около 10 килограмм прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков, а также лабораторное оборудование. Следственным подразделением ФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере». Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к функционированию лаборатории, продолжается. Стало известно о том, что обвиняемый в убийстве 13-летней девочки в Нелидово 33-летний мужчина покончил с собой. Об этом убийстве мы рассказывали в патрульном службе. Тело удушенного ребенка нашли 5 февраля. Сожитель матери девочки скрылся. Вы давно освободились из мест лишения свободы? Это съемки из зала суда. Решался вопрос о мере пресечения. Тогда мы задали вопрос, как ранее судимый за тяжкое преступление попал в дом, где воспитывались двое дочерей. Познакомились они в колонии ВК-9 поселка Монино Нелидовского района Тверской области, где обвиняемый отбывал наказание. Уже на колонии поселения ему изменили режим. А, соответственно, потерпевшая работала начальником канцелярии данной колонии. Там они познакомились, начали общаться. Какие-то дальнейшие близкие отношения сложились между ними уже после его освобождения. В зал судебного заседания пришли потерпевшие. Мама убитой девочки со своей старшей дочерью. На камеру говорить отказались. Уже после суда женщина сказала нам, с гражданским мужем жили хорошо, без скандалов. Девочек он очень любил. После того, как освободился, он работал в горводоканале города Нелидово, но уволился оттуда весной 2019 года. То есть фактически он проработал там меньше года. И больше нигде не работал? Больше нигде не работал. Какие отношения, как вы поняли, что говорил сама потерпевшая, что говорил он, были в семье в этой? Он постоянно жил в этой семье? Постоянно, да? Проживал в этой семье и потерпевшая, и сам обвиняемый. Говорят, что отношения у них были прекрасные. Он очень хорошо относился к девочкам, в том числе и к убитой девочке. Помогал ей с уроками, ходил с ней в больницу, так как она являлась инвалидом детства. И никогда никаких конфликтов между ними не было. Вы признаете себя виновным? Что могло произойти в тот роковой день? Вот что говорит он? Он как-то аргументирует свой поступок? Аргументирует это тем, что у него была внезапная вспышка ярости, агрессии, которые сопровождали его на протяжении длительного времени, с того момента, как он стал наркозависимым. Он давно стал наркозависимым? С апреля 2019 года, по его показаниям, он употребляет наркотические вещества. Героин? Называет соли. Соли. То есть он настоящий наркоман, можно сказать. Жена об этом не знала, супруга, вернее, гражданская. Ну, во всяком случае, никаких показаний по данному поводу она не давала. Вы давно наркотики употребляете? В тот роковой день 13-летняя девочка осталась в квартире с отчимом. Девочка находилась в этот момент одна, да, в квартире с ним, когда это произошло? Да, конечно. Они находились вдвоем. Сестры не было старшей? Сестра была в Твери, куда уехала на сессию. А мама была в больнице? Мама была в больнице. Надолго она легла в больницу? Ее экстренно госпитализировали, и какие прогнозы, насколько ее могли положить, не могу назвать. Скажите, он сознался в том, что... Полностью признал вину. Полностью дал подробные исчерпывающие показания. Все эти показания проверены в ходе проверки показаний на месте. Нашли свое подтверждение, согласованы с протоколом осмотра места происшествия, с причиной смерти. Все детально, все подробно рассказал. Как вы думаете, он раскаялся? Ну, судя по его словам, да. А что у него в голове, я не могу предположить. Убив ребенка, обвиняемый забрал из дома сожительницы ценные вещи. Он унес с собой шубу, принадлежащую его сожительнице, также банковскую карту, принадлежащую старшей дочери сожительницы, с которой он впоследствии снял денежные средства. А также, согласно заявлению старшей дочери,
Его сожительница, написанная ему в отдел полиции, пропал ноутбук и ее золотые украшения. Мать схватилась дочери, когда та перестала отвечать на звонки. Она самовольно покинула больницу, поехала ее искать, дома ее не оказалось. В квартире, которая ранее принадлежала бабушке, тоже не оказалось, там никто не живет. Она искала ее по городу, не нашла, была вынуждена вернуться в больницу, так как в связи с тем, что ее экстренно госпитализировали, у нее не было с собой ни теплых вещей, ни ключей от квартиры, ничего. Эти кадры уже с задержанным, тогда еще подозреваемым, мы показывали в патрульной службе. Его задержали в Твери. После совершения преступления он поехал на такси в город Ржев, оттуда в тот же день он уехал в город Тверь. И все эти дни с ночи на 6 февраля до обеденного времени 9 февраля он находился на территории города Твери. На поиск злодея были ориентированы оперативники всех правоохранительных структур. Необходимо отметить работу всех силовых подразделений Тверской области. Это отдельное спасибо управлению уголовного розыска по Тверской области, сотрудникам Росгвардии. А все сотрудники днями и ночами, все силы были брошены на поиски лица, совершившего данное особо тяжкое преступление. И именно благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям его местонахождение было установлено. Он был в квартире в какой-то? Нет, его на улице задержали. На улице. И если не секретно он признался, куда он дальше хотел, если бы его не задержали? Какие планы у него были? Так и собирался просто по городам путешествовать. Теперь он отправился в последнее путешествие. Следственный комитет подтвердил факт смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются. Проводится проверка.